27 июня 2023 год. Сейчас смотрел Александра Кушнаря по поводу его рассказов про Пригожина, про то, почему Пригожин включил заднюю, хотя никто ему заднюю не давать. Вспомнил, опять же, порадовался с утречка пораньше всем этим мемом замечательным про то, что нафига Лысого в холостую гоняли на Москву. Зачем урка, урки против орка, вот это новостное. Опять же вспомнил свое вот эти, про Чипа и Дейла, про кадыровцев, которые спешат на помощь, да застряли в пробке, блин. Герои нашего времени не лезут в бутылку, они по большей части торчат в пробке. Лично мой афоризм 10-го года, надо же, да? Удивился я вчера. И сейчас у меня эксклюзивно просто такой экспромт. Не знающий украинского языка, наверное, даже не почувствует разницы в украинском гимне, если спеть его подобным образом. Згинут наши пригоженьки, як роса на солнце. Потрясающая, конечно, история с этим походом. Походом повара на Москву. Суточный переворот. Это какой-то переворот быстрого приготовления. Мивина. 27 июня 2023 год.